Всем огромный привет, Икея. Прогуливаемся, дошли до отдела кровати, каркаса кровати. И очень удобно здесь сделаны. Мало того, что мы можем посмотреть сами каркасы, также еще новинки постельного, пощупать, потрогать и представить, как это будет смотреться на нашей кровати. Сангисат кровать за 10 тысяч рублей. Постельная, честно говоря, не очень помню, но, по-моему, это новинка. Так. Сразу рассмотрим, не отходя от кассы. Варбрека, ну нет, это не новинка, 1199, 100% хлопок, 200 на 200, 50 на 70. Помним, да, что просто не идут отдельно. Комплекты только для самых маленьких, для младенцев. В Икее уже с именно простынью, а для взрослых, для подростков нет. Потайная застежка. Но, кстати, он тонкий. Он тонкий, да, 104 нити на квадратный дюйм. Ощущается, что вот такой вообще. Кажется, на видео, вот даже просто, когда я подходила к нему, что будет ткань плотная такая. Не знаю, толстенная, нет. Все скромненько, все очень нежненько. Даже прозрачно, я бы сказала. Ну, такой, знаете, так, посредственно. Застежки видите, там одеяло. Внешний вид, в принципе, можно оценить. В общем, смотрится дороже и качественнее, чем на самом деле. Хемнос 13 тысяч рублей, тоже с подголовником. Ой, подождите, точно это подголовник хоть называется? Каркас кровати, матрас туда-сюда, матрасы жесткие. Данный. Так, спальная 160 на 200. 13 именно за этот размер просит. Ага, ну все, ладно. Будем называть подголовником. Кстати, там вообще шикарные вот той кровати. Вот и седали за 27 тысяч рублей. Для себя также я поняла, что мне нравится... Когда у кровати не вот такая форма, это неудобно. Ну, хотя это еще минимум, видите, здесь выступает. Не очень удобно сидеть. Ну, понятно, что мы кровать покупаем, чтобы на ней лежать спать. Но все равно бывает, что там сел или еще что-нибудь почитай там. Вот такие более удобны. Здесь ничего не мешает. И она высокая. То есть не к стенке, а к подголовнику. Для меня это более комфортный вариант. Постельно вот именно здесь мы уже рассматривали. Единственное, желтое. Не припомню комплект, сейчас посмотрим, смотрите, какие красивые завязки. Так, это лен, да, вроде бы? Да, сделана из льна, 5000 рублей, под ревиво светло-желтый, 200 на 200, 50 на 70, лен дышащий материал, подушка, одеяло легкое, ладно. Вот они, подушки. Сразу хочу сказать, особенно для тех, кто смотрит на Дзене, вот этот комплект, который я сейчас щупаю, трогаю и так далее, он не будет продаваться вам. Вы не купите именно этот комплект, который я весь обтрогала. Вы купите упаковки в индивидуальной, назовем ее так, где ее никто не трогал, никто даже не дышал на нее. Поэтому перестаньте писать ерунду про то, что не надо щупать. Как донести информацию, что это толстый или тонкий материал, мягкий или плотный? Так что, пожалуйста, давайте без этого. Насколько удобно, конечно, это сомнительно. Так позавязывать так и все. Но эстетично. То, что Икея стала хуже и менее качественнее, в принципе, уже во многих мелочах даже заметно. Неужели нельзя было как-то поаккуратнее прошить? Красивые расцветки небесного цвета. А вот на этой кровати, что мы только что посмотрели, комплект сейчас можно приобрести за 1000. Цена IKEA Family, опять-таки, по карте. Не 1300, а 1000, но это полуторка, то есть 150 на 200. Подушка 50 на 70. Одна наволочка, одна идет. Без простыни. Так. Новинка.
Сейчас еще к заправленной подойдем. Пододеяльник, одна наволочка, 150 на 250 на 70, 1300, это хлопок. Наволочка с клапаном. Как вам такая расцветка? Веселая? Уже, мне кажется, по-весеннему. Оформлена. Сейчас покажу в заправленном виде. Как раз таки рядышком. Идет комбинация с таким пудровым пледиком. Варельт светло-розовый. Это 86 на квадратный дюйм. Это про одеяло я вам сказала. Постельное 152. Вот количество нитей. 100% хлопок. Если 200 на 200 выбираем, то уже 1800. И, конечно, две наволочки. Гораздо плотнее, чем самый первый комплект, который рассматривали. Здесь уже и непрозрачно, и хоть чувствуется ткань, а не просто какая-то марля, не знаю. Также для ценителей, любителей высказаться и тыкнуть мне в мое неправильное произношение и так далее, тоже прошу, оставьте при себе, если это не критично, если это вообще не меняет суть дела. Я не говорила, что у меня канал с лингвистическим уклоном, что здесь только правильная речь, правильные слова. Ни разу этого не было сказано, поэтому также некритичные какие-то там высказывания, которые не влияют на суть, прошу оставить при себе. А вообще я очень всех люблю и читаю каждый комментарий. Слушайте, смотрите, какая классная. Во-первых, без подголовья. Так, это бримнес. А, это с подъемным механизмом. Все-все-все, да-да-да. Высокий матрас, постельная. Кровать еще трон, можно сказать. 3000 рублей, светло-серый. Две наволочки. Вот 100% хлопок, а если честно, кажется на первый взгляд, что это вот полиэстер. Просто ни дать, ни взять вообще. Причем как будто хлопок какой-то пленкой покрыт. Ну, в общем, странно на ощупь. Нет, 100%. А, вышивальная нить, 100% полиэстер. Ну, может, из-за этого такое ощущение, но плотный. На квадратный дюйм 250 идет нитей. Размеры посмотрели. Плотная хлопковая ткань. Конечно, красивая вышивка. Даже переливается при правильном освещении. Прошу заметить, здесь пуговицы. Бримность, каркас с подъемным механизмом, спальное место 160 на 200. До сих пор указывают, что это новинка, хотя уже давно представлена в IKEA. С подъемным механизмом кровати очень экономят место, пространство. Можно просто очень много поместить. Это я вам 100% говорю. Единственное, что мне всегда в этих кроватях не нравится, это вот пространство, которое остается. Пыль здесь собирается на раз-два. И улетают какие-нибудь резиночки, крема. Если дети рядом ползут, сняли носки, носки здесь находим. Тут уже поплотнее, с той стороны большой пролет. Ну, это не только IKEA, это, мне кажется, любой кровать с подъемным механизмом. Всем любителям вышивки посвящается. Опять-таки, не очень аккуратно именно здесь вышло. Да что ж такое-то? Да, это вышивка. Это нет, только птицы. Здесь то аккуратнее, птичка.
На бревности смотрим. Кстати, тоже вариант такой доступный. 5000 рублей за 140 на 200. Здесь небольшой подголовник, белый цвет. Можно приобрести ящики для хранения, вообще, потому что здесь большой пролет. И вот туда все поместить. Да, везде завязки. Наволочки тоже. Делилья. 4000 рублей. 200 на 200, 50 на 70. Две наволочки. 100% лиоцел. Вышивальная нить. Это полиэстер. 310 нитей на квадратный дюйм. Обалдеет от лиоцела, как ты писали. Вот смотрите, 100% этот материал. Клевый, конечно. Но у меня почему-то больше с лиоцелом ассоциируются варианты для лета. Вообще комфортно. Нестун. Каркас кровати белый, 140 на 200 за 9000 рублей, это сталь. Опять-таки здесь можно дополнить ящиками для хранения, чтобы появилось дополнительное место. Практичный дизайн, ничего лишнего, опять-таки в изголовье имеется. В принципе, оно не выступает, должно быть комфортно, но это сталь, опять-таки, я прошу обратить внимание. Постель на данной кровати тоже новинка. Подушка и пододеяльник, наволочка, то есть они закреплены пуговицами, то есть не потайной, не завязки, а пуговички. Как вам? Белое основание, коричневый рисунок, коричневые пуговицы. По ощущениям, опять-таки, немного должно быть здесь этих нитей. Wet Dog, темно-коричневый, ну, здрасте, приехали. Да, 104, тонкий ощущается, но хлопок. 104, видите, даже видно, наверное. Плетен Габрита, моя любимая, 1700, тоже цвет такой оливковый. Вообще стальные конструкции считаются прочными, но многие писали не конкретно про эту модель, а про где сталь, что скрипят безбожно вообще, каждое движение слышно. Не знаю, не проверяли. Естественно, в магазине не будет ничего скрипеть, поэтому выбор, конечно, сложный. Либо так вот опираться на комментарии, либо каждая модель по-разному, как-то при сборке, что ли, влияет. Ну вот сейчас, конечно, ничего не скрипит. Ну, вопрос времени, возможно. Мальм, 12000 рублей, 140 на 200 размер. Размеры имеются разные, понимаете, что просто тут представлено 160 на 200, вернее, не 140, 160. Есть 140, оно будет дешевле, 180 будет дороже. Все надо узнавать на сайте, сейчас очень удобно. Ваш город выбираете, выбираете модель, и он пишет, есть или нет. То есть выбрали, не обязательно ехать, то приедешь, тут нету. Просто сейчас до сих пор еще не наладились поставки, очень многих товаров нет, просто нет. Итак, из головы имеются ящики для хранения. Постельная. Синий цвет, а темно-синий, это вот и ничего не видно, да? Кунгсбломма, ткань прочная, мягкая, плотная, тут идет комбинация как хлопка, так и лиоцела, 15% лиоцела, остальное это хлопок, 200, если мы говорим про количество нитей на квадратный дюйм, по ощущениям плотная. В принципе, все приятно, все нормально. Но смотрите, к ней будет липнуть шерсть, если есть домашние животные. Все волосы, то есть тоже надо понимать при покупке именно вот такого материала. Да, из такого материала изделий.
это с латом, каркас кровати с обивкой. Назовем мягкий каркас. Единственный пока в своем роде в Икее. Каркас кровати с обивкой, каниса светло-серый. За размер 160 на 200, 14 тысяч рублей. Матрас, который здесь представлен, 7 тысяч рублей. Сейчас поближе посмотрим, что про него пишут, вообще про эту модель. А пока внешний вид, вид издалека. Имеются ножки. Ни разу, кстати, не рассматривали данный каркас. Вообще и обзора не было именно у меня в видео. Поэтому самой даже интересно. За что здесь вообще 14 тысяч рублей. Внизу ящики. Ящики отдельно. Две штуки 250 рублей. Сейчас мы их достанем. Вот он. Ага. Это ручка 250. Представляете, как я вас обрадовала. Ящик кроватный 3000 рублей. Который мне хочет фокусироваться. Размер 65 на 70. Колесики есть. Полностью весь каркас кровати в мягкой обивке, полностью изголовье. Кстати, конкретно про него написано, что вот тут-то и удобно сидеть, удобно облокачиваться. Вот это такие каркас, как бы именно как диван, да? Каркас кровати, если вот убрать, облокотиться можно. Удобно, удобно, все, конечно, удобно. Никогда не пишут, что неудобно. Изголовье сталь, войлочная подкладка, пена полиуретан. Полистерная вата, сталь ДСП, мадакрил, то есть долго прослужит данная ткань, ничего с ней не случится, не будет электролизоваться, она не будет волны собираться, не растягиваться, то есть такая износостойкая ткань. Ну, достаточно интересно. Интересно было бы послушать, кто приобретал уже данную модель. Я бы не сказала, что она шикарно красивая какая-то, но это же всегда ведь на вкус и цвет. Зацените рядом новинку. Это Ravarror, кроват-кушетка. Ванста темно-синий, 22 тысячи рублей за размер 90 на 200. Да-да. Кушетка, диван, козетка. Интересно. А если дополнить подходящим матрасом, еще и удобная кровать. Всегда обращайте внимание, что написано здесь. Потому что, как правило, обычно к этой цене еще прибавляется 1, 5, 10 и так далее. Это не гигантские подушки, обивка джинса, просто по-русски говоря. На замке. Подушки тяжелые, плотные. Я помню, что вы все можете почитать на сайте. Ну, мне самой даже интересно. Видите, здесь даже рекомендую толщина, чтобы матрасы была 19, 20, 1 или 2 матраса. Идет толщиной 10. Есть рекомендации, стоит выполнять. Я сейчас тут ничего расправлять, заправлять не буду. Неудобно одной. Интересно будет вернуться и конкретно посмотреть ее, конечно, эту новиночку. А пока внешний вид и цена вот перед глазами, перед вами. Моя любовь Хемнос, 28 тысяч рублей, кушетка, каркас кровати, кушетки, так будет правильно, с двумя ящиками. Мы сейчас проходим мимо Паксов. Несколько видео подряд уже были посвящены данным гардеробам.
Вот, кстати, такой наглядный вариант вообще, как можно просто вот все использовать, все, что предлагается, все комплименты поместить, что вообще из этого получится. Наглядно можете прямо сейчас рассмотреть и представить, как это будет в вашем гардеробе. Выдвижные ящики, выдвижные корзины, которых я тут не вижу, значит, не все. Под брюки. Кстати, также читала комментарий, что под брюки не очень удобно. Возможно, это не всем. Потому что ранее читала, что корзины неудобные, оказались корзины очень удобные. Мало того, что экономия идет, под можно выбрать либо полноценную, да, выдвижную часть. Надо цены смотреть отдельно, потому что это вот совсем рядышком пройти, там будет это дело с расценками. А можно выбрать корзинку. В принципе, по функционалу эстетичнее, красивее. Конечно, вот такой вот. Но и корзинка не уступает, а поменьше. Это все стоит в рублях, если переводить. Пакс Фардаль опять-таки радует новинкой. Гардероб, двери на петлях, глянец белый и серо-синий. Был у них уже красивый глянец желтый. По-моему, его сейчас убрали. Именно из выставочного, да, ну-ка, да. Теперь вот такая вот нежнятинка стоит небесного цвета. 19900 за данную модель. Пакс этот именно на толстый, то есть на 60 сантиметров идет. 100 на 60 на 236. Основание, каркас белый. Паксы отдельно у меня выходят частями, пока особых новинок нет, поэтому пробежала я мимо. Давайте посмотрим, что здесь интересного предлагает дизайнер IKEA в оформлении детских комнат. А, они сейчас еще сегодня? А сегодня должны забрать 29, завтра, наверное, звено. Как вариант, давайте заглянем в эту детскую. Для самой маленькой 10,5 квадратных метров. Мебель белая, в белом цвете, вообще все такое нежное. Смотрите, мне понравилось, как оформилась стена. Вообще ничего сложного, а вот такие мазки в золотом цвете сразу же добавляют какой-то интерес. Использовать здесь кровать, которая получается ниже, выше. Это два варианта есть. Это Гулливер за 7500. Шестьдесят на 120. 7500 и Гулливер. Тоже над кроваткой предлагает мобиль Клапа. 649 рублей. Но это такой простейший вариант. Тут вообще никакой ни системы, ничего. Просто на нитку подвесили, сам крутишь, тогда она движется. Используют консоли за 100 рублей Зигфрид 24 на 28. В принципе, знаете, такой бюджетный вариант мобильки, если нет желания покупать какой-то там электрический, там электронный, с музыкой и так далее варианты. Кресло Паренко за 9000 рублей с подставкой под ноги. Тоже нравится этот стол. Он идет 4300, да? 3300. Квист Брум 61 сантиметр. И как стол, и как поднос, и как место, где можно хранить те же подушки, пледы, игрушки впоследствии. Пакс Бергсбум. Данный вариант пакса предусматривает высота 201 сантиметр, не 236, как обычно. Опять-таки интересные ручки. Ручки выбираешь сам, да, и сами двери тоже такие фактурные. Не просто белый, хотя это просто белый матовый. А вот такая фактура добавляет немножечко более такой дороговизны, что ли. 10350, сам каркас, двери, петли, ручки 8550, полки, штанга еще 1800 в дополнении. Все дополнение для паксов, это серия комплимент,
Там можно рассмотреть дополнительные штанги, дополнительные полки, выдвижные части, такие как корзинка, или там для галстуков, для брюк и так далее. Блин, какая прелесть. Смотрите, какие. Предусмотрели все. В самом-самом начале, когда IKEA только заходила, по крайней мере, в наш город, дырок не делали. Доверяли людям больше. Стува 4000 рублей. 120 на 30 на 64. Это просто каркас без дверок, без дверей. Пеленальный стол. 4900 с Магёра, белый цвет, комфортная высота. В принципе, я с ними согласна, для среднего роста. Хороший вопрос будет у всех, какой же это средний рост. В общем, не для высоких, это нормально, очень комфортно, потому что часто бывает, когда новорожденный малыш, у мамочек спина болит, постоянно вот в таком положении, буква Z очень тяжело, спинке, спине для мамы, а вот тут пеленать, делать всякие процедуры с малышом комфортно. Смотрите, это чехол, 400 рублей, и сама пеленальная подставка 500 рублей. Вообще классная вещь. Покупала, приобретала. Мне понравилось. Главное, что с ней легко обращаться. Ну, я без вот этого чехла. Просто пеленочка сверху покрывала. Вообще его мыть легко. И везде он может... Мобильный, короче, для ванны, для вот пеленальника, для кровати и так далее. Интересная полка. Это Бергик, белый цвет, 6000 рублей. Да, опять-таки позиционирует, что ребенок сам может доставать все. Высота комфортная, опять так и написано, что для детей. Ширина 80, глубина 43. Следующая комната 9 квадратных метров. Здесь уже поместили кровать Сундвик, кровать, которая растет вместе с ребенком. 9900 в белом цвете. 80 на 130 в раздвижном состоянии, 165 на 200. Полок 700 рублей и светильничек. Осталось еще это Дремсюн, это облачко из старой коллекции, 500 рублей. Труфасты поместили именно к стене. Также их можно помещать на пол. Внизу труфаст именно напольный 4700. Очень удобно для хранения игрушек в ящиках. Нехитрая конструкция, зато комната в порядке. Что касается размеров, вот нижний 90 на 56 на 44. Стол Сундвик 3000 рублей, стул Сундвик 1300 рублей. Детское кресло за десятку. Стрендмон мини-версия. Сундвик сейчас можно приобрести за 10 тысяч рублей, если у вас есть карта IKEA Family. 80 на 50, высота 171 сантиметр. Обычная цена 15 тысяч рублей. Древесиной просто пахнет, как будто только что завод. Не хлопает. Это Сундвик, пеленальный стол-комод. То есть это тот вариант 2 в 1.
Сейчас в собранном состоянии комфортная высота, имеется еще белый цвет, опять-таки по карте IKEA Family 9000 рублей, так 13000 рублей. То есть вот эта вот часть достается и получается полноценная зона для ребенка. А, сворачиваются дополнительные полочки, получается. Вот тут еще два ящика. Сундвик – это массив сосны, да. Вообще вся коллекция. Просто покрыта в данном случае лак, краска, морилка, то есть покрыта. Так соблюдены даже все трещинки, не замазаны. Наверху полка навесная 1400, а Бергсхульт – сама полка, и Сандсхульт – это консоль. Также зацените, как оформлена стена. Опять-таки сомнительно, для ребенка не будет ли страшно. Вроде в магазине опять кажется стильно, так и стильно. Эдакий шведский, да, дизайн какой-то. Но это лес дремучий, серое всем. И без веточек, и без солнца, и без птичек даже. Вот так вот. На этом я с вами попрощаюсь. Приглашаю вас в следующее видео. Желаю всем отличного настроения и приятного просмотра. До новых встреч и пока-пока!